Снова говорю вам доброе утро, дорогие телезрители. Настал час моего авторского видеоблога, и сегодня я решила с вами поговорить вот какую тему. Я все стараюсь подобрать важные вещи, которые обязательно каждый человек, как мне кажется, должен успеть сделать до 30 лет. На сегодняшний день могу вам точно сказать, по своему опыту, до 30 лет обязательно хотелось бы, конечно, пожелать каждому из вас, дорогие наши любители программы «Доброе ранее Беларусь», побывать где-нибудь далеко-далеко, путешествовать и обязательно посетить другой континент. В моей жизни самая первая далекая поездка, которая случилась, она случилась в Аргентину. Месяц я провела в Буэнос-Айресе. Это было крайне удивительно. И вот недавно, этим летом, мне посчастливилось вновь побывать на другом континенте и посмотреть Нью-Йорк. Почему нужно полететь? Как мне кажется, это большое приключение в жизни, которое обязательно не оставит вас равнодушным. И вот эти воспоминания, которые так или иначе будут всплывать от дня ко дню и от часа к часу, они будут согревать вашу душу. И, наверное, не потому, чтобы где-то для красного словца сказать «да, да, я там была и все видела», а просто для того, чтобы, наблюдая где-то фильм голливудский, вы будете представлять, вот эти улицы, вот так живут люди. Ну и, конечно же, при подготовке к такому дальнему полету это все очень интересно и увлекательно. Вам будут звонить родственники, будут рекомендовать, что нужно взять с собой и чего нельзя забыть. Вы будете долго готовить, изучать маршруты, строить планы, наверное, думать об этом, мечтать. Потом наступит время сборов, потом вы совершите трансконтинентальный перелет, что тоже, в общем-то, очень опасно и интересно. Ну, не опасно, разумеется, но очень завораживает. Ну вот, друзья, когда вы прилетите туда, куда-то очень далеко, в ту страну, о которой вы когда-то мечтали, думали, представляли, какая она, наверное, в первую очередь вам будет казаться, что там все должно быть по-другому. И когда вы поймете главную вещь, там все, в принципе, точно так же, как у нас. Там тоже живут люди, они также ходят на работу, также просыпаются и завтракают, рожают детей, устают после трудового дня и также улыбаются. Вот тогда вы начнете замечать все самое интересное. Особенности архитектуры, кухни, менталитета, жестов, мимики, наверное, каких-то традиций. В конце концов, музыка, которую вы услышите, она тоже будет абсолютно другая. И поверьте, впечатления, которые останутся в вашей душе после поездки, ну вот, например, как у меня это случилось в Нью-Йорк, практически на целый месяц, вот это важнее, это дороже, это значимее, чем погоня, может быть, за новыми туфельками, сумочками дорогостоящими, модными вещицами, потому что все равно каблучок, носик так или иначе будут выходить из моды, вещи будут стареть, а те ощущения, эмоции, которые у вас останутся в душе, они обязательно вас порадуют. Ну и завершу свой видеоблог высказыванием одного великого человека, это Марк Твен, который сказал, что, пожалуй, на смертном одре мы будем жалеть только о двух вещах, о том, что мало любили и мало путешествовали, поэтому добавлю от себя, путешествуйте с любимыми и наполняйте свою жизнь интересными событиями. Спасибо за внимание.